Всем огромный привет из Красноярска. Футбол арена Енисей приветствует всех на матче 10-го тура МЛБет первой лиги. Енисей принимает Акрон. Это один из двух стартовых матчей сегодняшнего игрового дня. Можно, да. Поехали. Началась игра. Енисей, Акрон, МЛБет первая лига. Поехали. Посмотрим. Зуев мимо мяча пробежал. Низом пробил Базилюк. Ох, было неприятно. И все-таки победы добился. В атаке Енисей Масловский. Вот момент. Первый сейф от Акрона, от Сергея Волкова. Здесь, по-моему, даже в голову, головой Волков сыграл у хозяев. Поэтому так сходу момента не удается сдать. Но вот такую передачу вырезает. И удар Килина. Ох, как опасно было. Первый серьезный такой шанс, да, у Акрона случился. Но здесь, конечно, можно отметить ошибку вот этой поперечной передачи. Хорошую работу Базилюка в отборе. Енисей может что-то сделать. Пока же Акрон в атаке. Сасин и удар. Ну вот, включение свежего футболиста. Сразу же какую-то остроту ворот Енисея привносит. Все-таки это ситуационная история. Момент у Марухина между тем. Ох, какой шанс сейчас Владимир упустил. Да, это, наверное, не самый красивый мог бы быть гол от Владимира, но уж точно важнейший. Скажет ли слово свое волшебное Карим, да, не Бензима, но Гираев. Пока же в атаке Енисея удар Александра Ломакина. Удар створ, это редкое явление. На газоне оказывается Кичи. Ну что, это удар. Это удар, действительно. И в итоге финальный свисток, который подводит черту.